хочу рассказать о целебном значении мантр. Связь голоса и любого звука с акустической вибрацией, с нервными центрами очень широко исследовалась и использовалась в практиках Востока. Отдельные звуки и звукосочетания, они очень широко применяются в йоге для лечения различных заболеваний. Но здесь имеется в виду не смысловое значение этих звуков, а именно целебная вибрация, которая происходит, когда мы эти звуки произносим. Итак, как же это происходит? Перед произношением мантр нужно сесть в удобное кресло, расслабиться физически, руки опустить вдоль тела, сосредоточиться на больном органе и произносить мантры четко, ясно, в полголоса и на выдохе от 8 до 12 раз с интервалом 2-3 секунды. Звук юя благотворно действует на почки, чистит и наполняет их энергией. Звук ия при пропевании благотворно действует на сердце, а звук ой благотворно действует напрямую в кишку, звучит как вой, его можно подвывать, и он лечит геморрой.